Около 5 лет юристы Беларуси прорабатывали правовые нормы, которые легли в основу закона об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности. Документ вступил в свою силу 3 января 2021 года и внес некоторые корректировки в организацию работы нотариусов. Одним из ключевых изменений законодательства о нотариате стало создание условий для получения качественных нотариальных услуг жителями сельских населенных пунктов. Нотариусы консультировали, разъясняли и помогали на местах. Я была уверена в том, что брестские нотариусы будут и здесь на высоте, потому что во все предшествующие 2021 году годы брестские нотариусы очень активно работали с сельским населением. Они у нас всегда были такими правофланговыми, что называется. Все остальные нотариусы равнялись на брестчан, использовали опыт, даже в чем-то завидовали, потому что все то, что вот это взаимодействие брестских нотариусов с должностными лицами сельсполкома, с сельскими жителями, оно складывалось не один год. Кроме вышеперечисленных изменений, в законодательстве было скорректировано еще ряд понятий нотариальной деятельности. Введены такие понятия, как нотариальный документ и нотариальный акт. Отменено право производить аудиозапись нотариального действия, при этом сохранено право видеозаписи. Внесен ряд уточнений относительно порядка образования нотариального бюро и многое другое. Да, адаптироваться ко всем нововведениям приходилось быстро, при этом нисколько не теряя в качестве оказываемых услуг. Все без исключения нотариусы Брестского нотариального округа прошли успешно аттестацию в Министерстве юстиции. Это говорит о том, что они обладают специальными знаниями, которые направлены на качественную и доступную работу населения Брестщины. Мы сегодня будем и речь вести о планах на будущее, и я буду говорить о том, что все-таки будущее за цифровизацией. Внедрение современных информационных технологий в деятельность нотариата, оказание услуг дистанционно, переведение в цифровой формат нотариальных архивов, проведение работы по правовому просвещению. Эти и многие другие направления являются основными для разработки на ближайшее время. На расширенном заседании отметили, что только шагая в ногу со временем, удастся сделать работу специалистов Брестской областной нотариальной палаты еще качественнее и доступнее.